Роман Чеченский Тодоров на форму. Начинается попытка с огромного ухода, разрубаясь на огромной скорости. Три Барскина через Сико. Один Барскичек в обратную. Первый крюк в обратную сторону фанбокса, который я сегодня задокументировал. Ой, как красиво было, прям проглотил. Столик и дальше полетел с пешим количеством депов. Тут, к сожалению, немножко бывает такое. Теперь там я уже там перекрутил. Ну что ж, пойдет, спорт экстремальный. В конце концов, на 15 секунд, где еще осталось. Парабитуар, футболки, брайки. Вот, на 6-й раз, который позапрошлой неделе в пятницу прошли соревнования, в результате так высоко летали, чуть ли не под потолок. Разрешающий круг, сейчас соревнования, вот, романа. Ой, какой он, сейчас через сиквел, и, как обычно, закончилось, следующий фаг не, в зачет не пошло, я прям прорываю. Так, следующий тренер у нас Антон Гермасай.